Всем доброго дня! В эфире новости ММА. Эдди Альварес пока не получал предложение от UFC с именем претендента, но хотел бы провести бой в Нью-Йорке в ноябре. «Я жду предложения от UFC. Проведу поединок с любым соперником», — говорит Альварес. «Мне понравился бы план проведения боя в ноябре на турнире UFC в Нью-Йорке. Покажите мне соперника, скажите, кто следующий». Александр Шлеменко вернется в клетку Bellator в октябре и сразится с самым известным бойцом дивизиона. «Бой состоится в октябре», — заявляет Шлеменко. «Соперник уже известен, но я еще не могу назвать его имени. Бой будет анонсирован в ближайшее время. Американская сторона занимается этим вопросом. Мой соперник – это самый известный боец в весе 84 кг. Дрался на многих крупных турнирах. В Америке является узнаваемым спортсменом». Брок Лессер, который на юбилейном турнире UFC 200 выиграл у Марка Ханта, а затем провалил допинг-тест, намекнул, что может вернуться в промоушен. Однако перед этим возвращением боец намерен решить несколько вопросов. По всей вероятности, речь идет об антиэстрогенном препарате, который был обнаружен в допинг-пробах бойца. До новых встреч, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал и будьте в курсе всех новостей в мире смешанных единоборств.